Кстати говоря, черные еще не совсем развиты. То есть тут еще надо доказать. Слон Е6. Да, то есть черные прогоняют нашего коня с С4. И, видимо, сейчас завершают развитие. Да, слон D6. А наш человеческий слон на C1 пока застрял. Неприятно. Ну вот Даня решил разгрузить позицию и едва не погиб. Да, но, к счастью, успел отстраниться назад. Король C6. Так, как бы нам все-таки закончить развитие? Слон F4 очень смелый ход. Я думаю, компьютер не откажет себе в удовольствии испортить пешки белых, но посмотрим, что будет дальше. Есть конь на этой все-таки, хотя ладья D8 же есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот неожиданное решение компьютера. Он разменивает сдвоенную пешку белых. Мне кажется, это шанс для белых вообще. Я не думаю, что это настолько опасно. Честно говоря, вот есть ощущение, что белые могут здесь как-то консолидироваться. Хотя, конечно, все равно ладья D8, ладья D2 какая-то вот такая угроза есть. Слон C4. Так, любопытно. Король E1. И что? Дело в том, что белый конь на E3 встает. Да, что не ход, то повод для удивления. Видимо, слона на F3 пытается поставить машина и стреножить силы белых. Ну, вот сейчас, видимо, шаг на F3 последует, да. Но теперь вопрос в том, как же все-таки активизировать то ладью нашу. Видимо, ладья D8 пошел, да? Так, и угрожает поражение на B2. Это ловушка. В случае ладья D2 есть ход конь C4, но машина все видит. Все видит и теперь угрожает вторжение ладья D2. К сожалению, это классический случай, когда слон сильнее коня. 3 секунды. 3 секунды на часах у Дани. Он держится, но позиция, честно говоря, вызывает очень большие подозрения. Итак, ладья черных бесчинствует на втором ряду, а Даня пытается ее выдавить, но не получается. Ладья как неуловимый Джо. На самом деле этого Джо ловят, но поймать не могут. G4. Методичность гидравлического пресса мы наблюдаем. Черные постепенно усиливают свое положение, причем нарочито медленно. Ладья C2, да, и выигрывается темп на каждом движение. У человека сейчас 8 секунд, у машины минута 13, да. Пешка идет, видимо, на H3. Конь F5. Ну вот, наш конь пытается в тылу черных добиться каких-то материальных приобретений, но не получается. Позиция повторяется уже в очередной раз, но с той разницей, что черные все время выигрывают темп и надвигают пешку H. Хотя, правда, пока непонятно, что дальше будет. Видимо, вот это да, вот это удар по организму. Ой-ой-ой, как жестоко сыграл компьютер, блестящая концовка. Ну что сказать, уже в дебюте человек допустил ошибку и, к сожалению, проиграл. Счет 6-3 в пользу роботов.